3-0 повели, и потом вот это жалко, что там так получилось 3-3. Могли, в принципе, спокойнее матч до конца довести. Но хорошо, что потом собрались, все равно не раскисли и в конце забили четвертый гол и довели матч до победы. В плане психологии, после того, как Акбарс сравнял счет, наверное, пришлось очень непросто на скамеечке. Да, вроде нормально было, но, конечно, неприятно. Я говорю, а так, я говорю, собрались, главное, что это вот важно. Кирилл, по какой причине упустили преимущество во втором периоде? Соперник сравнял счет. Ну, там большинство, они сколько забили, два гола, да? Два гола. Ну, вот два гола. И, наверное, как бы из-за этого, ну и где-то там поймали на контратаке нас. Там, убежали в 1-0, там залили все. Как бы. Так, ну будем разбираться. Сегодня у нас центральные нападающие менялись, равно состав играл Воробьев, в большинстве Григоренко, не тяжело было перестраиваться? Так мы всегда же так в большинстве вроде играли. Но вот именно в вашем звене сегодня Воробьев появился впервые из кудов, но в концовке все пошло. Да не, мы же сколько с ним играем. Это ваш первый кубок Гагарина, как вкатываетесь в плей-офф на игру? Вы чаще всех бросаете в сторону. Да? Не знаю, стараюсь, просто там партнеры хорошо отдают, ну и надо больше, чем на ворота будет больше, тем лучше. Так нормально, здорово играть в плей-офф. По результативности этот матч оказался самым результативным, да, среди всех предыдущих. За счет чего, почему сегодня так произошло? Ну, в первую очередь, наверное, большинство хорошо работало, что у них они забили два гола, мы тоже забили два гола. Ну и у нас еще поддержка очень прекрасная, были болельщики, и гнали вперед нас. Еще это придавало больше эмоций.